Ханс Петер Штиль уже не в первый раз приезжает в южную столицу. По словам Вениамина Кондратьева, в регионе есть все условия для инвесторов. 5 лет назад немецкий бренд уже открыл в Краснодаре первый в России собственный логистический центр. На Кубани очень востребована техника для сельского хозяйства, строительства и ландшафтного дизайна. Мы вместе должны работать над тем, чтобы продукция фирмы «Штиль» стала максимально востребована в нашем регионе и за ее пределами. Мы воспринимаем вас как партнеров, очень таких понятных для нас партнеров, надежных партнеров. Мы вместе должны поработать над логистикой, в том числе так, как сделать вашу продукцию, технику максимально доступной и максимально успешно довести ее до потребителя, до конечного покупателя. И здесь я не хочу ни в коем случае вас торопить, и даже не то, что настаивать на решение размещения производства. Я хотел бы, чтобы вам было в первую очередь комфортно, комфортно. Вы должны максимально чувствовать, что вам здесь удобно, и решение о размещении производства, когда вы его примете, быстро либо нет, это ваше решение. Но я уверен, что сотрудничество, которое сегодня уже возникло, оно будет набирать обороты. Мы увидели, что в Россию можно очень хорошо инвестировать, и сразу же первое решение, которое мы приняли по инвестициям в Россию, это был Краснодар. И, конечно, мы отсюда хотим и дальше работать над российским рынком. Мы очень заинтересованы как можно скорее здесь организовать производство, но для этого должны быть мощности и объемы сбыта. Почти 50 лет «Штиль» является самой продаваемой маркой мотопил в мире. Свою новейшую разработку, автономную пилу, работающую от аккумулятора, глава компании подарил губернатору Кубани.